Как я собираю коробку для дверного полотна? Первое. Беру размер купленной коробки. В общем, размер ее 59,5. Так. Верхний горизонтальный брусок отпиливаю ровно 60 сантиметров. Там была коробка 59,5, а верхний брусок ровно 60 сантиметров. И нижний брусок. Их два будет одинаковых, тоже 60 сантиметров. Эта дверь будет в ванную комнату, и там порог обязательно нужен. Так, этот угол собран. И закрутил его на саморезы с мелким шагом. Беру вот эту четверть, отрезаю и делаю здесь плоскость. Делаю так, подставляю, делаю маленькую-маленькую риску, прикладываю к этой риске ножовку, а потом вкладываю таким вот образом и отпиливаю до половины. Далее убираю в сторону, в одну правую сторону, и здесь делаю надрез, чтобы не повредить эту вот бумагу. Далее беру стамеску, работаю стамеской. Чтобы вот этот вот срез у стамески, вот видите, он заточен под углом. Я эту часть, чтобы постоянно видел. Беру вот так вот, подрезаю, вот так убираю. Подрезаю и убираю. Далее делаю скол, потом прижимаю и подчищаю. Эту плоскость делаю таким вот образом. Все. Если мы будем таким вот образом делать, у нас черта будет уходить. Это вот так будет правильно, вот так вот неправильно. Все. Далее. Беру вот петлю, врезаю. Вот эту петлю я врезал, да? Каким образом я ее врезал? 20 сантиметров петля. И там тоже, отверху, 20 сантиметров петля. Положил ее. Закрутил один саморез с мелким шагом. Выровнял ее, скажем, выровнял посередине. Острием сделал в этом кружке и закрутил ее. Так. Беру нож канцелярский и дрель. Скажем, саморез закрученный. Выставляю на 4. И закручиваю. Скажем, закрутил. Далее беру канцелярский нож и начинаю черту делать. И не довожу. Не довожу до угла. Беру с этого угла. Делаю черту, не довожу. Далее опять с угла довожу. И здесь продолжаю линию. Опять беру с угла и довожу. То же самое здесь. Все, черта сделана. Далее откручиваю. Вот
у меня здесь все это получилось. Далее беру стамеской и начинаю убирать. Так, скажем, убрали. Закрутили петлю. Закрутили. Но в данный момент я не буду долго. Подставляю. Скажем, вот эта петля у меня закручена. Закручиваем. Все, закрутил. Петля остается. И другая петля, скажем. Стоит. Ну, в данный момент я ее не прикрутил. Подложил сюда. Беру эту коробку. И дверное полотно в эту коробку вкладываю. Вложил. Далее делаю здесь зазор. Беру канцелярский нож и делаю здесь насечку. Просто вдавливаю и здесь вдавливаю. Делаю метку. Так, далее. Ну, петли у нас тут вот такие. Данный момент. И тут то же самое. Если петля, конечно, будет закручена, так же, как там, мы также вот метку делаем вдавливанием. Не полоску делаем, а просто вдавливание. Тут у нас зазор образовался хороший. Одинаковый. Беру теперь здесь риску делаю тоже. 2,5 миллиметра. Прям можно чертить, не бояться. Далее. Риска у нас находится, скажем, вот здесь находится. А черту теперь маленькую делаем здесь, вот здесь вот. Потом откручиваем с той стороны и отпиливаем эту четверть, делаем это место плоское. Также откручиваем другую, их потом складываем вместе и делаем здесь метку и отпиливаем, делаем плоскость. И у нас вертикальные две отпиленные четверти, и размер получается у обоих одинаковый. Далее опять берем нижнюю часть бруска, прикладываем, сверлим, закручиваем, все, у нас коробка готова. Останется только здесь вот петли вырезать. Петли опять прикладываем к этим меткам, прикручиваем, делаем опять ножом прорези, убираем и делаем углубление для петли. Все. Таким вот образом я все это делаю. Пока.